Грасиас, мои лучита. Сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole Super Turbo Champions Edition. Так, на чем мы вообще остановились? Подождите. Сколько здесь сундучков? Так, нам туда надо, да? Я так и не понял, где у нас находится с вами перец. Я вижу перец, но я не могу его взять. Окей. Блин, я бы на самом деле прокачал бы себе урон. Сверху я не был, да? Ладно, побежали. Надо привыкнуть к управлению. Походу, здесь мы научимся с вами путешествовать между мирами. Как я понимаю. А, блин, способная еще стрелочка вверх. Так, точно. Но бэд. Да, видите, мы, походу, должны научиться. Короче, нужно научиться сначала всем способностям, а потом уже искать мир. Так сказать, изучать его, собирать. Так, походу, сейчас будет уже босс. Запись идет. Все хорошо. Пико де Гелло. Пико де Гелло. Компросанта. Добро пожаловать в Компросанта, незнакомец. Точнее, то, что осталось от Компросанта. Здесь никогда не осталось. Все пережившие извержения давно переехали в канал. Так, здесь какой-то есть... О! Ага, это как раз памятник, да, тем людям? Вот оно. Это место сильно изменилось с большого обновления. Сильно изменилось? Кажется, это было давно-давно. Ладно. Путь в пустыню идет через эту хижину. Нам еще нужно спасти весь мир вперед. Но пока я еще туда не пошел, сбегаем вот в эту сторону. Деньги неплохо. Она тут хижина. Целые катакомбы сделаны. Десерт. Раскаленная пустыня. А давайте мы все-таки отправимся. Подождите. Канал де Лас Флоренс. А мы в лес не можем, да, вернуться? Ладно. Ну, в другой раз, приятель. Увидимся. У нас еще много там будет проходов, поэтому сходим. Еще по зеленой херне должен научиться лазить. Хотя я могу сделать вот так. Санта Лучита.
Payable Cheetah, Bust It Bill. Не знаю, на что отсылка. А вот, видите, я должен научиться все-таки управлять этой херней. Amazing Level Bros. Интересно, я мог бы их просто атаковать? А, нет, не мог, я понял. Грасиас. Пиньята. Вот, мне еще сюда нужно, понимаете, научиться залазить. Я не знаю, что это за способность у меня должно быть, чтоб я должен мелким пролазить такие вот дырки. О, это отсылка у нас на уже на Final Fantasy. Не ту кнопку нажимаю. Так, нам нужно туда, значит, я иду в обратную сторону, где у меня был проход наверх. Да, из-за жары тут все плывет. Диос миос. Давай, ты пониже спустись, тварина. Иди сюда, спускайся. Я не помню, во что я играл. Я помню, у меня тогда было безграничное количество прыжков этих. Типа я мог сразу все использовать, а теперь я не могу. И это странно. Вот тоже подкат, не подкат. Так, давайте теперь будем прокачивать мы с вами куски силы. Хотя зачем они мне нужны? Правильно. Я помню, я еще жесткие испытания проходил. Там, короче, испытание довольно сложное было, и я мог его вначале самом проходить. Но это, походу, из-за того, что у меня было другой эдишн. Зато пиньята насобираю. Вот снова, тут нужен подкат. Либо мне нужен двойной прыжок, как вариант. Yeah.
Так, хорошо, это я забрал. Зараза. Снова я наверх туда попасть не могу. Пока что. Так, рано. Вот снова сюда могу попасть. Так, что мне нужно? Больше здоровья из красных сфер. Окей, полетели. Ого. Так, подожду, пока восстановится. Ага, типа защита у них какая. Новые механики, да? Ну, я вам скажу, это сейчас... Такую себе, потому что теперь нужно внимательно смотреть на самих врагов, какого они цвета. Нужно будет все-таки броски прокачать. Кто идет? Это ты, Штабай? У тебя... Я тебя слышу, если что. Давай, Штабай, выпусти меня отсюда. Ты не обязан делать это? Ого. Манать, это... Все, видите, вот сложности пошли. Ух ты ж, ё-моё. Я чё, виноват? Ты шьем. Давайте, скажите, что это легко контролировать.
Окей. Как-то с горе пополам, ну блин, когда врагов таких будет много. Лучард, я... Стой, неужели... Хуан? Хуан. Карамба, Хуан, я думал, ты мертв. О, Хуан, я так рада, что ты жив. Я так долго рыдал, пока думала, что Калака тебя убил, и теперь смотри, опять я рыдаю. Но хватит уже слез. Быстрее, Хуан, помоги мне выбраться, пока не вернулся безумная любовница Калаки. Не так быстро. Галучар, как сирота кабачок, ты затаился прямо в мою ловушку. Я не понимаю, почему твоя плоть не гниет? Ведь я отправила тебя в мир мертвых. Но это все равно не важно. Будь паинькой и стой смирно, ладно? Мне нужно освежить, чтобы идеально выглядеть, когда я представляю Калака новый подарок. Выглядит так. Взгляни на себя. Поймай в пещере, мечты недостижимы. Любовь безответна. Какой из тебя лучадор? Возможно, тебе стоит использовать этот шанс и обдумать свою никчемную жизнь. О, мы это типа в детство Лучадора пошли. То есть они на самом деле виделись только раз, один раз в детстве, и все. Пора просыпаться, Лучадор. Значит, этот парень убил моего Альбрихи? Какое разочарование. Видишь, я же сказал, что поймала его Калаки. Это не моя вина, это он виноват. Давай сварим его в раскаленной лаве. Давай. Тихо. Будешь говорить, когда я разрешу. А теперь марш в свою вонючую гниющую дыру. В Пуэблучо, пока снова не позову. Может, тогда я забуду, что ты отвечал за моего питомца, когда его убили. Но я... А теперь, Лучадор, я помогу уничтожить тебя сейчас, на это слишком легко. Нет, трусливый убийца зверей заслуживает трусливого тела. Прощай, парень. Да будет твоя смерть так же проста, как и жизнь. О, теперь я смогу притворяться. Манац. Ха. Прикольно. Манать она прыгает высоко, ну далеко, да и высоко. А ну если он просто грядет? Я хочу посмотреть, что здесь. Ага. Все-таки я могу атаковать в этом теле. Неплохо. Так она очень высоко прыгает, эта курочка, я вам скажу. О, заметьте, руки видны. А, я в мире мертвых. Точно. Все. Ну, это легко было.
просто, понимаете, я могу все собирать курочкой. Враги меня почти не попадают. Они попадают? Я могу сквозь них. Они по мне попадают, но они меня не убивают. Так, все равно мне сюда придется еще вернуться. Ага. Понятно. А тут можно допрыгнуть. Если постараться, то можно допрыгнуть. Так. Нихера, я все-таки могу атаковать? Фу, серьезно. Жалко, что он на одном месте не может атаковать. Так, подожди, это скорее всего к выходу я пойду, да? Значит, мне сюда. Так, вот это что-то новенькое. Может, это улучшение урона для моего этого питомца? Ну, как я понял, с уровня можно достать только один, как сказать, одно сердце полное, одну мощь, еще что-то одно. Инферно. Потусторонние. Ну, привет. Я тебя ждал. Не гадай, кто я. Просто скажем, что я сильно заинтересован в том, чтобы ты испортил план Калаки. Понимаешь, на нас обоих схожие проклятия. Тебе повезло, и я могу научить тебя превращаться в человека. Тебе всего лишь надо покрыть глаза, три раза ударить... Надо закрыть глаза три раза... Ударить шпору по шпору и подумать про себя. Лучадор внутри, освободись. Что? Не работает? Ладно, тогда просто нажми В. Превосходно. Почему я не стал человеком? Ты серьезно? Чтобы пихать хлеб в свое милое лицо, пока я не навернулся в пыльную землю? Я должен сохранять образ. Я был занят слежкой за Калакой и его бандой. Видимо, его одержимость дочерью Эль Президента зашла слишком далеко. Видимо, рыдание заглушает даже песню Адель. Постоянно играющую в логове Штабай Пуэблучо. Возможно, если ты поговоришь с ней, то она расскажет про Калаку. Видимо, сейчас она им не особо довольна. Так, давайте мы с туалета этого... О, стоп. Не туда, гений. Иди искать Шабай на бук... Ну, блин. Манайте, у меня теперь тут столько кнопок, они все запутаны. Я серьезно сейчас это говорю. Ну, с курочкой быстрее играется.
О, подожди, сейчас мы одну еще вещь проверим. А мне типа не могут пропустить, я как понял, да? Жалко. Так, какая-то обезьянка. Фортуна мало. Диос и матрос. Вива. Ну блин, я да, говорю вам, нужно. Санта Лучита. А, это так типа выглядит мир мертвых. One night only. Кто сильнее ночью? Ну это типа Бен, а это типа Бэтмен. Приятель, у меня мурашки от этих злых скелетов. Они были созданы Калакой, чтобы нарушить природное равенство. Понимаю. Ой, я ж теперь могу проскочить там, да? Плюс и мелочь. Ну, короче, просто намного быстрее. Митсинг разыскивается. Вот это тоже отсылка. Есть игра про скелеты, которые отправляет, так сказать, других мертвых в другой мир. А там закрыто, да? Ой, теперь я сюда мог попасть. Ага. Ну да, у меня была тогда просто обычная часть, типа не full edition, вы поняли, типа не ультра мега там та-та-та-та, обычная. Я тогда просто мог пораньше пойти на врагов, на, как раз вот в эту шахту. Тогда я этих врагов вообще не видел.
Блин, ну что за бред? Я скажу сразу, если я умираю навсегда. Ну, то есть в плане... Ладно, поймете. Ёлки-палки. Мы с вами быстренько пробежали. Вы слышите гул вдали? О, так, я не буду прыгать. Курочка быстрее просто бегает. Так, уже время. Ну что, в принципе, испытания мы прошли. Я думаю, на этом даже можно и закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Это не место для живых или мертвых. Это древняя арена, только для сильнейших. Ты готов? Я же ее прошел. Поэтому всем пока.